Всем привет! Новый обзор покупок. Итак, ВТБ. Виталику взяли вот такие носки сейчас по акции. Три пары вместе. Так, они стоили. Ищу ячейку. Шкарпетки 29,90. Так, далее взяли вот такое вино. Оно гранатовое. Вроде как 100% натурального гранатового сока, произведено в Армении. Вот такое вино. Стоило оно с карточкой от Raiffeisen 79,80. Так, дальше. Десяток яиц. Яйца обошлись 28,90. Так, еще взяли грибы, шампиньоны. Они обошлись так в 37,90. Сырную намазку. Она со скидкой от Raiffeisen 29,93. Еще пока по акции. Творог яготинский, он стоил со скидкой от Raiffeisen 22,90. Так, две туалетные бумаги, бумага по 6 гривен. Так, что еще? Заправку для борща с болгарским перцем. Она стоила с карточкой от Raiffeisen 15,11. Еще батон нарезной. Батон стоил так 16,90. Так. Еще влажные салфетки. Они с карточкой 2,85. Каждая. Так, еще набрали. Что здесь мы взяли? Два зеленых таких банана. Бананы 9,99 за килограмм 23,45. Еще пока в акции взяли селедку Матиас. Так, она стоила... Селедка 34,01. Так, еще здесь у нас пакет буряка. Буряк стоил 7,97 за килограмм 5,99. Так, еще вот такая корица, своя линия, стоила 6,70. Так, второй пакет. Здесь у нас еще магазин Траш. Вот такая руккола на салат. Она обошлась в 14,99. Что тут у нас еще? Еще взяли Траши. Вот такие паста, макароны длинные, реджи, по две упаковки взяли. Одни такие макароны стоят 18,99. Так, следующий у нас тут из АТБ разумный выбор сахарная пудра. Стоила 8,30. Магазина Фора. Виноград 12,84 за килограмм 38,90. Из АТБ шоколадка 80% Брют Рошен. Нам понравилось, взяли еще по акции. Она стоила... Так, шоколад. 17,50. Еще... В Форе взяли ножки
43,41 за килограмм 67,40 куриные. Так, что еще? ВТБ, еще вот такой творог. Украинский 9%. Он за одну упаковку 30,90. Сегодня один день, товар дня, акция. Сегодня я снимаю, какое число? 12-е, воскресенье. Так, еще. Гречка, своя линия. Гречка стоила 28,50. Еще ВТБ яблоки Golden, 3 штуки. Яблоки обошлись в 7,36 за килограмм 17,95. Еще с форы авокадо одно. Оно стоило 22,90. Так, с форы все, чек 79. Еще что тут у нас из Траша? Вот такое безалкогольное пиво Хайк. Оно стоило 12,99. Еще набрали всяких кетчупов, соусов в Траше. Вот такие до шашлыка. Стоил один такой кетчуп 7,99. И еще взяли два вот таких соуса паприк. Они почем они? По 11,99. И еще три такие горчицы американские. Горчица по 5,99. Что тут еще у нас осталось? В Траше молоко селянское такое, 2,5% жирности. Молоко 20,99. Ну, не могу куда складывать. Так. Все вроде бы. А, еще в Траше вот такая халва. Стоила она 6,99. Так, все. Траш 159,86. Вот. АТБ 274,30. И отдельный чек с карточкой от Райффайзен 187,45. И еще в магазине Ева взяла себе вот такую зубную нитку Доктор Морген, вроде бы так называется, 42,99 сейчас в акции. Все, это был весь обзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на мой канал, пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!